И еще один важный итог работы подвели уже в третьей поликлинике Минсимашко в Рыбинске. Она стала одной из первых, где реализовали проект бережливой поликлиники. За 2 года специалистам удалось оптимизировать потоки пациентов и систему записи к врачам. Терапевт может отправить пациента к узкому специалисту прямо из своего кабинета. Для этого больному не нужно идти в регистратуру за талончиком. Также улучшилась процедура забора крови. Раньше приходилось ждать по несколько недель, чтобы сдать анализы. Теперь достаточно 1 дня. Кабинет может принять вместо 50-100 пациентов за день. Все идет строго по времени, нет очередей, скандалов. Ну, вот, очень позитивные изменения. Был открыт кабинет неотложной помощи. Итогом этого стало то, что наши пациенты, которые внезапно заболели, уже не вклиниваются в очередь, в плановую очередь к специалистам. То есть и у терапевта, например, очередь у кабинета стала меньше. И сам врач стал тратить время на пациента, планового пациента, больше, чем было до этого.